Приветствую вас, и я бы рекомендовал бы вам поработать с причинами. То есть, вы говорите, у меня не получается. Что именно не получается? Вы говорите, все валится с рук, нет постоянной работы. Значит, у вас заложены негативные установки в поведении. Либо это негативные триггеры, либо это сценарное поведение, которое заложено родителями, либо это страхи. Вот. Соответственно, что касается отношений с второй половинкой, то здесь присутствует явная идеализация, то есть вторую половинку найти не так просто, и это нормально, что у вас ее нет. Я вам даже больше скажу, что даже если у вас будет девушка, то не факт, что именно она станет вашей второй половинкой. То есть вторая половинка — это очень такое глубокое определение. Это очень духовное определение. А не так просто, что пошли, нашли девушку себе, да, и все, и она стала второй половинкой. Нет, к сожалению, так это не работает. Вот. Значит, хочется изменить все, но не могу, ничего не получается. Когнитивная терапия и психокоррекционная работа вам рекомендуется. Выбирайте психолога на нашем ресурсе и начинайте с ним подробно консультироваться. Начать нужно с отношений в семье и с вашего восприятия себя. То есть вот прямо от и до. Какой вы, что вы о себе знаете, какой вы человек, кто вы, как вообще видите себя, как видите других людей. Это вот то, что я могу вам сказать, исходя из той информации, которую вы предоставили. Все можно поменять, вы молоды, вы гибки. То, что у вас ничего не получается, это неприятно, но не страшно, потому что вам 23, а не 50-63. Так что все еще у вас получится, но главное для этого что-то делать. Вот первый шаг вы сделали. Написали нам на ресурс, правда, написали очень мало. Это говорит о том, как вы относитесь к своей проблеме. То есть проблема-то серьезная, серьезная, да? Вот. А вы о ней написали чуть-чуть. Ну и, соответственно, либо вы принижаете ее проблему, либо не верите в то, что она реально может быть решена. Я уверяю вас, это не так. Но для этого потребуется ваши усилия, время и денежные затраты, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.